Да, что вот Группа проблема? святого. Тоже цена, тут ручка больше в ту сторону. Боль сейчас есть? Есть, Вы так да. просто стоите и чувствуете, да? Да. Угу. И что-то маля с памятью уже забываюсь. Я понял. Хорошо. Иисус Царь, Да. Он Царь вашей жизни, Да. Он Царь вашего тела. Да. Поэтому все это ложь, правильно? Конечно. Это навязанная реальность. Потому что на самом деле Бог исцелил вас. Правильно? Аминь. Скажите, Иисус Христос, Иисус Христос, ты царь моей жизни, ты царь моей ты жизни, царь моего тела, ты царь моего тела, ты царь каждой клетки моего тела. ты царь каждой клетки моего тела, Ты Господь моей жизни. Ты Господь моей жизни. Ты Господь моего разума. Ты Господь моего разума. И все внутри меня. И все внутри меня. Это твое тело. Это твое тело. Это твое царство. Это твое царство. Оно принадлежит тебе. Оно принадлежит тебе. Оно свободно. Оно свободно. Потому что законы жизни во Христе освободили меня от законов греха и смерти. Поэтому я на самом деле свободна. И я говорю, духовной боли, ты обманщик, и ты уходишь. Пошел вон. Во имя Иисуса Христа. Болит? Еще болит? Ну да. Говорите, дух ложной боли. Дух ложной боли. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Вон. 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 Все? Исчезла? Все. Слава Богу. А ну наклоняйтесь. Сколько времени у вас эта проблема? Да ну, тыдень-два. То есть недавно, да? Ну да, да. То есть 2 недели где-то у вас эта проблема, да? И вас это мучило. Сколько времени потратили? Да. Минуты, секунды. Скажите, вы это говорили сами? Да. Вы взаимодействовали Духом Святым? Вы признали Господство Иисуса не только в вашем разуме, но и в вашем теле? А остальное признали как ложь. И вы приказали лжи уйти. Ложь послушалась? Конечно. Вас. Да. И боли ушли. И позвоночек исцелился. Аминь. 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 Так же само действуйте и везде. Начинайте возлагать руки на больных. Начинайте приказывать, и вы будете видеть действие Господа через вашу жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу.